Подготовка ТЭЦ-3 к отопительному сезону вступила в завершающую фазу. Зона ответственности этой ТЭЦ – юго-западная часть областного центра, Ивановский район, Кохма. Работа по подготовке к зиме включает в себя и текущие капитальные ремонты. На сегодняшний день в ремонте у нас два котлового агрегата энергетических, второй и четвертый, и турбоагрегат номер три находится в капитальном ремонте. По объему работ у нас четвертый котлового агрегат выходит из ремонта буквально на днях. Турбоагрегат номер 3 находится в капитальном ремонте. Ремонтируют непосредственно паровую турбину и генератор. На турбине, к примеру, меняет тепловой аппарат, работающий с первых дней эксплуатации. На роторе генератора производят замену монтажного кольца. Характеристики агрегата в итоге вернут к начальному. Выполнение данных операций повысит надежность работы данных узлов, ну и, соответственно, турбогенератора в целом. Отметим, что мощность установленного на ТЭЦ-3 оборудования, обеспечивающего теплоснабжение потребителей при любых, даже самых неблагоприятных условиях, позволяет обеспечить почти двукратный запас тепловой нагрузки. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс».